Так, вот заказал турничок со шведской стенкой он получается. То есть его преимущество в том, что не нужно крепить к стене. Вот. Тут деревянный дом. И стены глиняные. В принципе, тепло, экологично, и крепить к стене как-то. Ну, обсыпалось бы все. И вот нашел неплохое изделие. Сама шведская стенка, турничок вот с разными креплениями. Полезная нагрузка до 120 килограмм. Не полезная, а максимальная. Вот. К ней идет в комплект брусья. Сейчас покажу картинку. Ну, можно пресс качать. Стенка шведская нужна, ну, чтобы позвоночник чуть-чуть вытягивать. И вот стойка идет. С опорами такая. Стоит довольно уверенно. Резиновые там ножки на краях. Что еще можно сказать? Пластиковые на трубах. Вот тут. Скажем так, трубы, да, пластиковые. Ну, понятно, что тут обрезка неточная, там тому подобное. Но металлические трубы, в них резьба стягивается. Вот, колпачками все закрывается потом. И одета как бы полихлорвиниловая трубка. Но ее, чтобы поменять, придется всю конструкцию разобрать. Но, в принципе, потому что они, когда вешаешь турник, вот этот брусья, их можно располагать для штанги. Ну, кто штангой увлекается. И она немножко вот царапает, как бы, со временем. А это инструкция по сборке. В комплект он еще идет лежанка вот эта для жима. И вот такая вот конструкция. Заказал в одном из магазинов. 4000 гривен эта штука стоит. Доставили Мост-Экспресс. За неделю доставили. Видно, пока собрали. Есть белого, черного цветов. Вот. Привезли в разобранном виде. Два места. Привезли на этом. На Гольфе, на Фольксвагене влезло. Вот. Поэтому доставить можно и самому. Сиденье отбрасывается. Две длинные стойки смотанные. А остальное все комплектом ложится на заднее сиденье. Ну вот как домашний вариант, он переносной и не нужно крепить к стене. В общем, по качеству изделие такое приемлемое. Мягкие деревянные спинки, обитые вот таким вот мягким материалом, похоже на не резину, а что-то такое смешанное. Ну и сама лежанка вот также можно располагать в разных позициях. Но это также надо при применении упражнения знать, чтобы не перестараться. Но главное турник. Турник вот нужен был повисеть, растянуть позвоночник немножко. Так что кому интересно, можно такое изделие. Этот перемещается, тоже удобно. Брусья эти ниже, выше. И она не тяжелая. Ну, самому можно, но лучше вдвоем. 42 килограмма в общей массе. А так, брусья отдельно, вот не брусья, а стойки. Довольно-таки
увесистые, но одному можно уложить, а вот эту лучше вдвоем, остальное второе место в машину закладывать. Но я один занес в дом, поэтому, в общем-то, я доволен, можно сказать.